Диета – не повод отказывать себе в удовольствии, побаловаться сладостями. Только сладости нужно правильно подобрать, например, приготовить низкокалорийный брауни. Даже на диете хочется сладостей, этот десерт не повредит вашей фигуре. Для его приготовления бананы разомните вилкой, добавьте растительное масло и взбейте с помощью блендера. В смесь добавьте муку, какао, дробленые орехи и сахар. Получившееся тесто вылейте в форму для выпекания и отправьте в духовку на 30 минут при 190 градусах. На стол подавайте с чаем или кофе. А пока десерт горячий, можно подать с холодным молоком. Приятного аппетита! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Смешайте муку, какао и сахар. Бананы разомните вилкой, добавьте растительное масло и взбейте с помощью блендера. Соедините все ингредиенты, при этом орешки следует подробить и хорошо перемешайте. Получившееся тесто вылейте в форму для выпекания и отправьте в духовку на 30 минут при 190 градусах. На стол подавайте с чаем или кофе. А пока десерт горячий, можно подать с холодным молоком. Вкуснее тем, кто подпишется. Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мука грубого помола – 250 грамм. Мука пшеничная – 50 грамм, сахар – 180 грамм, какао-порошок – 40 грамм, фундук жареный – 100 грамм, вода – 150 миллилитров, бананы – 3 штуки, растительное масло – 5 столовых ложек, количество порций – 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. До встречи на канале!